Какое необычное имя подходит тебе по знаку зодиака? Овен, Роксана. Девушка с таким именем никогда не даст себя в обиду, будет сильной и смелой, да и вообще не упустит свой шанс в жизни. Ее не получится притеснять, диктовать ей условия и дискриминировать. Она сможет громко заявить о себе и достигнуть всех поставленных целей. Телец, Моника. Это имя станет прекрасным украшением и выражением характера мягкой, но вместе с тем целеустремленной девушки-тельца. Семейные ценности, комфорт и достаток для нее главное в жизни, а имя Моника притягивает к себе эти параметры словно магнит. Близнецы, Альбина. Энергична, позитивна, умна и находчива. Характер Альбины непредсказуем, но ее обаяние неоспоримо. Она умеет найти выход и извлечь пользу из любой ситуации. Рак, Джульетта. Имя заботливой и нежной девушки, которая дорожит своими друзьями и близкими, а также с ранних лет мечтает о любви, своей семье и детях. Внутри она довольно ранимая, но умеет прощать и способна понять чувства других людей. Лев, Илона. Яркая, артистичная, активная и с прекрасным чувством юмора. Девушку с таким именем невозможно не заметить, а еще сложнее не учитывать ее интересы, ведь в любой ситуации она способна отстоять свои права и заявить о себе. Дева, Линда. Это имя формирует спокойствие, миролюбие и рассудительность, которые в совокупности с трудолюбием делают из его обладательницы настоящую умницу, которая всегда добивается больших успехов в карьере. Весы. Милена. Милена талантливая, творческая и справедливая. Она никогда не будет ждать, что успех свалится на нее с неба. С детства девочка знает, чтобы чего-то достигнуть, нужно много трудиться. Уравновешенность и трудолюбие прокладывают Милене путь к вершинам. Скорпион. Луиза. У них богатый внутренний мир и непревзойденная интуиция. С ними бывает нелегко договориться, но при этом каждый человек из их окружения может почувствовать себя любимым и защищенным. Стрелец, Виолетта. Это имя неутомимых искательниц приключений, которые стремятся увидеть, попробовать и изучить все. Активность, эрудиция и бесстрашие – ее очевидные плюсы. С таким именем девушка проживет интересную и насыщенную жизнь. Козерог, Элеонора. Это имя сильной, целеустремленной женщины, которая никогда не терпит поражений. Ей не свойственны женская логика и слабость. Она способна бороться за свое место под солнцем в этом жестоком мужском мире на равных. Водолей, Глория. Свободолюбивые и независимые водолеи с гордостью несут это имя. Оно символизирует творческий потенциал, свободу от стереотипов и развитый интеллект – то, к чему всегда стремятся представители этого знака. Рыбы, Венера. Богатый внутренний мир, развитое воображение и интуиция – отличительные признаки представительницы этого знака, которые только усиливаются с этим красивым именем. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, вы можете подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Также будем рады вашему лайку.